Всем привет! Решила вам сегодня показать такой небольшой обзорчик на то, что я буду отправлять в Украину. Покупала, ну, практически то, чего у нас там нет в Украине. Вот. И сейчас я вам покажу. Ну, может, что-то и есть, я не знаю, но, по крайней мере, выбирала то, чего нет. Смотрите, значит, что я купила. Я купила яблочные чипсы. Знаю, что в Украине они есть, но очень дорогие. И поэтому, как бы, в общем, купила здесь. Здесь они по 3,50 злотых. Купила яблочные чипсы вот такие. Дальше вот такие вот взяла клубничные чипсы. Ну, то есть это сушеная клубника. Вот. Ну, они так и называются, что чипсы. Вот, клубничные. Это ананасовые чипсы. Ну, то есть все натуральное, как бы без всяких там добавок. Это томатные, помидорные чипсы. Потом взяла вот такие вот чипсы яблочные с корицей. Здесь у меня три пачечки. Очень, кстати, вкусные. Томатные на любителя, клубничные мне вот понравились. Ну, я взяла, чтобы попробовали. Так, потом взяла вот такие конфетки, три упаковочки. Упс. Значит, взяла вот эти мед, лимон и мята. Потом тут у меня виноград, алоэ и мята. И роза, шиповник и мята. Ну, такие вкусненькие конфетки. Так, дальше. Дальше я взяла две пачки вот такого капучино. Оно недорогое, 2 с копейками стоит злот в бедренке. Это с сметанковым вкусом, а это с магнезом. Ну, такое тоже неплохое. Далее мюсли. Очень вкусные вот эти мюсли. Взяла две пачечки. Там разные, как бы, виды. Но я взяла вот такую одну с орехами. Здесь 5 видов орехов. И вот такие вот 5 видов фруктов. В общем, две пачки взяла. Такие мюсли. Далее килограмм семена чиа. Кто знает, кто не знает, они очень полезные. Вот, и как бы семена чиа, я знаю, что в Украине они очень дорогие, поэтому и не везде, кстати, они есть. Поэтому я их здесь купила. Здесь они стоят, сейчас я вам скажу, здесь килограмм стоит 17 злотых. Так, далее я взяла вот такие тарталини. Это как, сейчас я вам скажу, как макароны, только, ну, не совсем макароны, конечно. Они идут, смотрите, вот эти с грибами, такие прикольненькие, как маленькие пельменчики с грибами. Вот эти вот ризотто и шпинат. И вот такая вот коробочка с мясом. Очень вкусные. Видите? Конечно, супер вкусные. Взяла на пробу. Вот таких у нас я точно не видела в Украине. Так. Далее взяла. Ну, такое у нас есть, но просто взяла, как бы. Просто так. Это ананасы сушеные. И здесь орешки. Ну, всякая смесь, в общем, орехов. Так. Потом я взяла вот такие, вот такое вот желе. Мы любим желе. Это, я думаю, что оно, конечно, везде продается, но вот такого желе я не видела. Это с пенкой. Вот я взяла клубничное и вишневое. Тут, по-моему, 4 или 5 пачек. Так, потом, ага, взяла тростниковый сахар. Упаковочку здесь 500 грамм. Такая пачечка стоит 4 злотых. Так, далее взяла вот такие вкусняшки. Это желейки. Желейки Хариба. Очень вкусные. Вот, взяла такие. Потом две пачечки витамина. Витамин С и вот такой вот витамин. Здесь это шипучка. Одну в день на стакан воды кидаешь. Вкусные такие, ну, прикольные. Они тут разные есть, но я взяла вот эти две пачечки. Дальше
наши любимые ежики. Они тоже бывают с разным вкусом, но вот эти, как по мне, самые вкусные. Орех здесь и, по-моему, как изюм. Молочный шоколад. А, ну и пачку Милки. Потом взяла кимчи. Это, как сейчас я вам скажу, водоросли. Ну, как нури. Только, видите, она небольшая пачечка. Нури и кимчи, это они острые. Прикольные, нравятся мне. Так, и вот такую вот печеньку взяла. Тоже очень вкусная, она с орехом. Очень вкусная. Так. Далее, вот этих вот я точно у нас не видела. Это Орбит конфетки. Орбит конфетки, вот я взяла тут 1, 2, 3, 6 пачек. Вот такие вот жвачечки Ментос кинула. Далее на перекус такие разные батончики. Вот эти батончики одной фирмы с мюсли. Вот, разных видов их тут взяла, 4 штучки. На пробу. Ну, такие вкусненькие. Вот такой вот шоколад. Это белый шоколад с соленым орехом. Это самый любимый мой, кстати. Шоколад не люблю, но вот этот очень люблю. Вкусный. Такой вкус необычный. Сладкое с соленым. Прикольно. Так, ну, это, по-моему, все. Теперь я вам покажу. Это все я взяла в Польше. Вот это вот продукция с Германии. Сейчас покажу. Это жвачки. Здесь, в принципе, в Польше тоже такие есть, но, по-моему, там 25 штук. Здесь 36 штук в каждой пачечке. Такие довольно-таки вкусные жвачки. Потом упаковка таких вот Ментос. Тоже немецкие. Далее вот такие вот конфетки. Вообще суперовские. Они арбузные. Это тоже немецкие. Вот такие вот две пачечки взяла. Потом чай. Чай. Ой, я очень люблю немецкие чаи. Поэтому есть такой вот гранатовый и яблоко с маракуйей. Очень вкусный тоже чай. Так. Теперь покажу вам вот такую вот. Я сейчас достала с холодильника. А вот, вот такую, значит, упаковку. Здесь килограмм сосисок. Они в рассоле, эти сосиски. Такие по размеру, такие же, как и банка. Очень вкусные такие. Это натуральное там мясо. Здесь все написано. То есть, как бы, здесь их 10 штук. Ну, банка довольно тяжелая, потому что, ну, там же еще этот рассол. За счет этого банка тяжелая. Потом вот такие вот немецкие мини-салями. Тоже такие прикольненькие. Две пачечки. Здесь в пачке. Так. 250 грамм. Вот две упаковочки мини-салями. Далее вот такие вот. Тоже мини-салями, но они не такие маленькие, как эти. Они уже, видите. И тоже здесь колбаска идет, каждая в упаковочке. Вот по две штучки. Это я вот вытащила, остальные у меня в холодильнике лежат. Тоже довольно-таки вкусная, очень вкусная колбаска. Конечно. Качество с Украиной точно не сравнишь. Так, вот такую колбаску. Далее, что я еще взяла? Я взяла вот такое. Ну, это для умывания, тут просто как бы, это корейская косметика, кто знает, я люблю, смотрит меня и люблю очень корейскую косметику, это пенка для умывания, для проблемной кожи с зеленым чаем. И также алоэ, 99% здесь гель алоэ для увлажнения, для питания кожи. Вот. Так, это я взяла, это туалетная вода. На подарок. Далее. Так. Магний B6. Возможно, в Украине, конечно же, все это есть, но качество, как бы, я больше здесь доверяю качеству лекарства, чем там.
Потом я взяла 4 упаковки вот таких вот таблеток. Не рекламирую их ничего, просто показываю то, что очень хвалят для проблемной кожи они. Вот, я взяла 4 упаковки на курс, чтобы, в общем, пропить курс этих таблеток. Это все буду передавать. И также помимо этих таблеток, мне сказали, нужно вот такой вот гель. Клиндакин, господи, боже мой, гель. А вот, это тоже для проблемной кожи, он идет там с антибиотиком. Один раз вот на ночь, она мне написала, наносить. Здесь я положила чек на эти таблетки и на это лекарство. Вдруг на таможне будут проверять, буду сумку передавать, то чек у меня есть. Вот, эти таблетки я брала по 30 злотых, так же, как и вот это вот гель, тоже 30 злотых. И вот такую вот взяла омега-3. Вот здесь 60 капсул, была на него акция, я его купила. Вот, а омега-3, не знаю почему, но здесь очень большой, кстати, выбор омеги. И, конечно же, больше доверяю здесь, я уже сказала, всем препаратам вот этим вот как-то, и качество продукта, ну, не сравнить. В Украине, конечно, желают, ну, как вам объяснить, не знаю, чтобы никого не обидеть. Ну, в общем, я выбираю покупки здесь этого всего товара. Так что вот такой вот небольшой обзорчик я вам показала продуктов, то, что я нашла. То есть можно было, тут еще есть всякое интересное, но все не купишь. Как бы я передаю в сумку. Вот, взяла вот такую сумку, буду складывать. Там ручек накупила, буду складывать в эту сумку, не знаю, влезет или нет. Вот, и, в общем, вот так. Ну, все, на этом мой небольшой влог закончен. Всем спасибо, всем пока.